Невероятное зеленое дерби для вас первое за Salty Life. Каким оно было? Хорошим, позитивным, много эмоций. Поначалу, наверное, немножко не справились с ними, а потом вытащили хороший матч, показали хорошую игру. Насколько сегодня вы прониклись атмосферой зеленого дерби, потому что многие игроки, которые переходят в Салават, отмечают поддержку, но сегодня, я думаю, она была весьма особенной. Да, особенно в конце, я даже сирену не слышал, когда последние секунды были, я просто не услышал сирену. Что скажете вообще вот этом командном усилии? Уступали 0-2, но за счет вот этой, наверное, сплоченности сумели победить? Да, за счет хорошей работы, сплоченности. Каждый друг за друга сегодня играл. Я думаю, мы пришли к этому результату. Очень важная победа. А насколько в психологическом плане, потому что поражение предыдущее было очень весьма неприятное, насколько приятно победить, тем более, Акбарс дерби? Да, это всегда победа придает силу, уверенность и позитив в раздевалке. Я думаю, сейчас от этой игры многое взять и идти вперед. Ну и о концовке, весьма жаркая ворота она получилась. Насколько было ментально, физически просто, легко, или какой получилась концовка? Да, нормальная получилась концовка. Победная, самое главное.